приехал на забег на Хун, получил номер. Народ потихонечку собирается. Бегаю в тренировочном режиме. Это поляна Высоцкого. Отсюда стартует. Народ стоит. Инста 360 Google 3. Эрхан, Денис. Крутые ребята. Сегодня дебют на Ахуне, никогда не бегал, даже тренировочный. Ну это я тренировочно бегал в прошлом году. Ну я сейчас это, ну, не неделю только в наборы, я поэтому спокойно. Ну вот. Рад тебя видеть тут. Я вас тоже. Ох, ты сейчас кайфанешь, по самое не хочу. Ага. Так, народа все прибавляется и прибавляется. Поразминаться, что ли? Да, надо. Говори. Всем хорошего воскресного утра. Встретил знакомого человека, он у нас снимал Дагомысский трейл в свое время. Вот. Бежим сегодня половинку Ахун. Да. Я думаю, что все будет тип-топ. Да. Как кайфуем. Да. Да, то есть уже там. Поворот налево! Поворот направо! Нет, конечно. В старте 21 километра. Зажжем. Да. Минута до старта. Я заказала новые три пары. Да, один асфальт, две крыла. По 3.40 сейчас? А потом мы пешком, чё? Чё, реально по 3.40? Папа, а где мой друг? Так. Давайте, давайте, бежим. Давайте, давайте! Бежим. Чуть-чуть растянулись. Давайте, давайте! Кайфуем! Все, Аня, Сергей. Бежим на Хун!
кайфуем. Найти момент. Ну, пока что кайфуем. Но по мне сложнее вниз. Да, многие сложнее. Потому что там ноги забиваются и нагрузка на колени идет. Особенно если быстро бежать, там икры просто хлам. Амортизирующий. Крыханас догнал. Десяточка. А, нормально. 7 километров пробежали. Ну, 3,5, ну, 3,6, да. Ну, давай. Так, ладно, я разогнался. Мне так не надо быстро, давай. Молодцы, парни. Что-то я разогнался. Я так не хочу. Пока что мне так не надо. На низ. Все, оставлю. Бежим. Лек-нак. И я. Давайте. Молодцы. ППХ. О, 7. Все очень дешево. Да, огурчики. Все, бежим. Бежим с Сергеем. 6,4 км позади. Да, еще ух. И будем наверху. Нормальная компания. Давай. Молодцом. Так, молодцом. Да. Километра полтора. Да, ну не уверен. Если по 4 минуты, то... Но хочется. Я попробую, там посмотрим. 9,2. 105. Да. Я. Молодцом. Я. Хо-хо, ребят. Я. Я. Да, спасибо. Молодцы. Пацан, давай, Пацан. Давай, вперед, пацан. Круто, вперед. Да, крутяк. Крут, крут. Я. Я. Молодцы. Я. Я, вперед. Я, молодца. Я, давай. Я.
Yeah. Значит, Нахун, 10.68, 658 набора, так, так, 10 МКМ, 659 метров набора, сейчас 12, я, на две камеры снимаю, да, сейчас, все. Да, Гаша. Давай немного. Дай опять. Я. Вон Ахун. Давай чуть-чуть. Я. Чуть-чуть, что, давай. Гася, это молодец. Вообще-то монстр. Круто, да, вообще. Я в шоке. Там чуть-чуть. Давай, давай, молодцом, там чуть-чуть. Я. Крутая, давай. Все, давай, немножко там. Крутая. Там чуть. Крутая! Немного! Охо! Немного! Так! Ну, где-то 13 километров бегу. По 4.20 вниз. Не знаю. Хватит. 7 километров. Нет. Пока бежится. Серега, давай! Молодцы, молодца сделала, ну ты крутая вообще. Я настроилась правильно, чтобы. Не, ну у тебя ноги как крепкие, поэтому. Поздравляю. Че, как самочувствие? Хорошо. Чувствие. Ты как? У меня на 15-м ККМ спина забилась. Ну, где-то 4.15, 4.30 средний был, нормально. Нормально. Ну и наверх, я в принципе думал, медленнее получится. Нормально. По-по. Сколько по времени? А, туда час 12 где-то вверх. Ну, вниз, ну да, 2.01, ну нормально. Нормально. Для того, что я сейчас оценил результат. Тренер проходит Виктор Теневым, организатор гонки «Наша победа». Давайте, друзья, объявляем. Третье место, Волкова Елена. Десятка. О-о-о! Светлана!
Поддержим, друзья. Крылья это на самом деле, не улетите. Первое место Суркан Елена. Награждение мужчин. Денис. Третье место, Рыбинец Анна. Ура! Обогнали, потом ее. Первое место, Рогова Елена. Ро! Yeah!
Спасибо.